Ну, это мир. Ты родилась в Киеве, ты да. жила в Киеве, ты делала первые шаги свои в Киеве, в киевских ресторанах. Да. Ты ездила сюда даже во время войны до 22-го года. Она сюда постоянно ездила. Я с ней встречался здесь, в Киеве. И она, после того, как Россия напала на ее родину варварски, после всего, что Путин натворил, она в 22-м году поздравляет Путина публично с днем рождения на камеру. Ну какая сука, скажи. Дим, Успенская – это человек, у которой в провинансе, то есть в ее истории, в ее, так сказать, сделанных делах всегда была Украина. Ведь на самом деле очень много этих видео, где она благодарит Киев, по которому она скучает. Она постоянно говорит о каких-то каштанах, которые были в ее детстве. Она постоянно говорит то, это. Самое, она не была бы той, кем она является, если бы этого Киева не было в ее жизни.